Всех приветствую. Сегодня у нас 15 ноября. Вышел я на такую утреннюю прогулочку спортивного формата. И в районе 4 утра был слышно было 3 взрыва. Пишут, что это было где-то в пригороде. Предварительно сообщают о X300, как всегда у тракториста. И логики вообще никакой непонятной. Для чего это делать, кроме как запугивание и лишать нормального сна местных жителей, никаких у меня версий нету. По разрушениям и пострадавшим тоже, как бы именно, ничего. Же логики непонятно, кроме как давить на психику местным жителям. Так день, я думаю, будет сегодня тихий, спокойный. Вам желаю хорошего дня, отличного настроения. Все будет доброе и бережите себя.